Вот в эту сторону.
И в конец паровозика. И ставь, втыкай свою палочку. Посадила. В конец палочку паровозика. Палочку свою втыкай сюда, Армен. Что? Палочку свою. Втыкай, дырочку делай. Вот, следующему. Следующий кто садит у нас? Следующий. Без этих. Денис, да? Там без хвостиков. С хвостиком. У кого еще? Давай. У меня с хвостиком. Давай сюда, складывай свою косточку. Хвостик заправляет дырочку, косточка наружится. И закрываешь. Откладывай своей палочкой расстояние. Денис, откладывай палочкой. Следующему эстафету ты не даешь. У меня тоже. Следующую дырочку делаешь. У меня росточек. Вот, давай, садись сюда. Дырочку, росточек, корешочек. Косточку сверху. Ну, молодец. Следующий давайте. Следующий, Катя, подходи. Еще росточек вижу, хорошо. Следующий, кого? Костиком. Присыпай сердечкой. Следующий, палочку откладывай. Кто будет за палочку ответственным? Давай, Женя, держи. Так, хвостик вниз и присыпала. Следующее. Кто будет? Маша, откладывай. Так, дети, вот туда и подходите. Бутылки не для этого, убирайте их, держите, не надо. Тебя как зовут? Василиса. Ну, все, у тебя будет своя груша. Василиса, где ты ее взяла? Сади корешок. Ты не толкайся, не толкайтесь. Говорю, толкай. Так, Виталя, это вот это вишня. Яблоня большая. Дайте. Нашла. Надо искать. Так, помельче, можно нам еще одну девочке подходить одну, можно ребенку? Можно. Плачет, что потерял косточку. Можно? Только куда? Ну, любую дырочку, вот. Вот сюда. Иди сюда. Ага. Матюш, на меня посмотри, Матвей. А, Матвей, присядь на меня, посмотри. Перелепить их. Все, я отпускаю. Беги! На свою волю. Стоять! Я вот накопала их. Прям туда же, где ребятишки садились. Да, да? А потом же какие примутся, какие не примутся. Прорежут, пересаживают на следующий же год. Да, первых абрикосов мы нанянчимся с этими разбочками. Да, чтобы нам скучно весь учебный процесс не было. А потом почетный караул. Семьями по очереди с палатками. Меня очень позволяет.